и начали так называемый симметричный ответ. Сейчас мы можем ждать, что будут собираться молодежные прокремлевские движения и устраивать пикеты в защиту коррупции и в защиту политики, устроенной сегодня в России. Я думаю, что нам следует прийти на эти акции и поговорить с этими людьми цивилизованно на уровне аргументов. Это будет очень интересная дискуссия. Я думаю, что мы ее запишем.